Всем привет, с вами Михаил Супер, и сейчас я захожу в Мафия 2 мультиплеер в надежде на то, что найду своих подписчиков. И не только. Познакомлюсь с новыми друзьями, и в общем просто поиграем. Итак, вот я спавнюсь. Что-то спавнится. Отлично. Сейчас я напишу, как обычно, всем привет. Так, напишу. Всем привет. Кто там у нас стреляет? Ха. Странные чуваки. Интересно, а в чем прикол вот этих вот больших грузовиков? Их что, можно будет прицеплять, что ли? Отлично, со мной уже поздоровались. Привет вам всем, ребята. Что ж, напишу, как дела? Как дела у вас? Отлично, что есть народ здесь. Я очень рад, что вы играете. Присоединяйтесь. О, взорвали их. I don't understand. Напишу, how are you, чел? How are you? Так, давай. Ну, в смысле, не how are you, а как у тебя дела? Вот так вот. Да что такое? Какой-то дебил меня стреляет. Ты что делаешь? Down. Смотрите, я его простреливаю, он пытается меня стрельнуть. Немного странно. О, все пишет. Отлично, спасибо. Так. Чем планируете заниматься? Напишу так. Так, мне нужно сейчас еще восполнить здоровье после этого идиота. Так, вот. Давайте, напишу. Чем планируете заниматься? Просто интересно, чем они тут занимаются? Может, тут в гонках участвуют? Или, опять же, гравят магазинчики, наслаждаются этой замечательной жизнью в Мафии 2? А, вот. Ну что ж, давайте побегаем. А чё я бегаю, собственно? Я же могу заспавнить себе машину. Так. Так. Вехикл. И айдишник 44-й. О, четко я точила. Именно вот это будет заменять потом Audi. Мне сказали, что можно даже ставить моды вот сюда. И я это сделаю в следующем видеоролике. Поставлю и буду тестировать, собственно, автомобиль. Какая-то сикарашка стоит. Вон у нас товарищ. За пределы карты ливануть. Это же хорошая идея, правильно? Как обычно я делаю. Так, напишу, может, за пределы карты ливанем. Someone English. Ребята, папар-папам. Угарно, у него сначала кровищи не было, а потом... Вон у нас ребята. Литейный? Что такое литейная? Так, а я пишу, а где литейная находится? Надо посмотреть, я просто не знаю именно, что это за место. Нам тут ребята предлагают. Ну, что, я не могу сесть? Блин, я присесть не могу в тачку. Господи, что за идиот? Господи, придурок, э? У него и жизнь еще не тратится. Я уже всего его обстрелял, а ему все равно.
ок, лучше показать. Так, где у нас Ник Джеймсон? Это 56-й. Так, go to... Так, сейчас напишу. Go to 56. Так, сейчас тогда так телепортируюсь. Go to 56. Go to 56. Как так-то? Почему я не могу сделать это? Go to it 56. Ладно, если я просто напишу go to. Go to it 2. Интересно, какой тут у меня? А, это именно... Я же не это смотрел, я пинг видел его. Так, go to it 1. Давайте посмотрим, что будет. Так, как же сделать-то вот? Go to it 2. Go to it 2. Go to 2. Так, лучше. Напишу, а как сесть тебе в машину? Так, как сесть к вам в машину? Так, ребята сейчас поедут к литейке. На какую клавишу садиться? А, да, через кнопку Delete. Но я тогда с тобой поеду. Все, поехали. Сейчас, погодь. Ник, я к тебе поеду. Стой. Стой, я к тебе сяду. Стой, товарищ. Так, напишу. Поехали, короче. Так. Поехали! Отлично. Так, напишу ок, а то я тут бегаю по тачкам и не могу сесть. Иду к тебе, товарищ. Все, погнали. Погнали. Так, ну, ребят, ну давайте едем. Чем мы тут стоим-то? Чем мы не едем? Прикольно у него в руках такой пистоль. А как стрелять? Чё-то непонятно. Машина не едет? А чё она не едет? Не гниет хоть? Конечно, не гниет. Кстати, народ, как пазни-иш. Точно. Пазни-иш. Кстати, о пазнях в мафии. Что есть? Давайте пизды. Щегол. Ок. Ок. Дедуля. Блин, ребята в теме. Вот они тут переписываются. Ну что, мы едем, нет? Ник, подъедь сюда. У меня на канале есть видосик. Так что еще можете заходить.
Да, было бы круто. Так, ну чё ты, не едешь-то нифига, а? Дид приехал на литейку. Сейчас тогда телепортанусь к Джону. Так, Джон, это ID1. Так, тогда я сюда телепортнусь. Go to... 1. Отлично. Круто. Так, сейчас... Фу, у меня что-то чуть не вылетело игра, я уже подумал, что какая-то фигня будет. Так, ну чё? Шаху для мафии видел. У меня есть полный набор. Так, надо поставить, чтобы от шахи присирать. Так, ну чё, о, кто этот поменял-то ночь? Прикольно. Самое время сейчас погодку поменять. Компашка в сборе, отлично. Просто супер. Вот так вот с ребятами гоняю тут. Столько тачек, надо заспавнить. Посоветуйте ID нормальные тачки. Как они туда телепортанулись-то, а? Ник Джейсон, сейчас мы вот так сделаем. Так. Go to 2. О, отлично, мы в литейной. С пацанами. Так. Vehicle 412. Ладно. Может, это прикол? Такого нет. Вехиков, например, 50... Ну ладно, например, я выберу 24. Погнали. Садимся в такси, сейчас так и напишу. Садимся ко мне... такси. Пацаны. Пацаны, вы что делаете? Вот бояре, как видишь. Лол. Снял деталь от бояре. Таксишка грязная, ну она просто, наверное, сама по себе такая. Ну что, садимся? Как поздний. Елу ишку. Прикольно. Так, это иш комби. Ой, чувак, я тебя случайно чуть не задавил. Yellow иш кепко. Лол. Как он туда попал? Так, какой у него айдишник? Викторию. Так. Так. Go to 3. Что-то я не понимаю, как там. Как у него. Так, go to 0. Точно. Сейчас. Go to 0. Как он сюда попал? Посмотрите, какая грязь. Ой, блин. Сдох. Сейчас посмотрим. Go to 0. Отлично, мы снова здесь, снова в сборе.
Он сгнил. Че у меня с камерой? Почему мышка-то не поворачивается? Так, пацаны, у меня мышка не работает. Так, сейчас им так и напишу. Перезаходить? Ну ладно, сейчас перезайдем, может быть. Я хочу там побегать. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся. А я тут побегаю. Вылетел за пределы карты.